звуки этого вальса переносят в Самару 1907-го. Спустя 2 года после окончания русско-японской войны в Струковском саду впервые прозвучал легендарный русский вальс «На сопках Маньчжурии». Тогда эту композицию духовой оркестр исполнил под руководством Ильи Шатрова. Он был участником войны на Дальнем Востоке и автором этого вальса. Отдавая дань событиям тех дней, Самарский муниципальный духовой оркестр вновь исполняет тот самый патриотический вальс, преодолевший века и континенты. Можете себе представить, что только до 1917 года этот вальс был издан 82 раза. Это очень серьезный вальс. Его квадратура, его структура будет точно такая, как это сделал автор. Вальс «На сопках Маньчжурии» – одна из самых ярких визитных карточек Самары. Символично, что творческая акция прошла у одноименной архитектурной композиции в Струковском саду и собрала десятки зрителей. Если честно, я именно сюда шла, именно за вальс, чтобы танцевать. Это потрясающе, правда, это очень хорошее мероприятие. Очень по-весеннему, очень наполняет духом свежести. Оркестр Марка Львовича Когана, это всегда просто вот феерически, это великолепно. Каждый раз, когда я прихожу на концерт, в общем-то, на неделю остается замечательного настроения вспоминать, как мы слушаем, поем иногда и танцуем. Также в этот день Самарский муниципальный оркестр исполнил и другие популярные композиции. Андрей Горгуленко, Ольга Волкова, Константин Головин. События.